Жуткая авария с участием мотоциклиста произошла 23 июля в 17 часов на данном перекрестке по улице Силкина. По словам очевидцев, 19-летний парень, управляя мотоциклом Honda, набрал скорость около 100 км в час и врезался в выезжающий со двора автомобиль Mitsubishi. В результате столкновения мотоциклист перелетел через автомобиль и ударился об асфальт. От полученных травм он скончался на месте. Камера уличного наблюдения запечатлела момент аварии и последние секунды жизни парня. Публикация собрала сотни комментариев. В основном люди приносят соболезнования родным погибшего мотоциклиста. Жалко, молодой парень, соболезнования родным погибшего. Скорость мотоциклиста была огромная. Неужели это стоило жизни? Сокрушаются интернет-пользователи. Обстоятельства и степень вины участников ДТП выясняются. В 2019 году этот же молодой человек попал в ДТП около торгового центра «Атом», управляя мотоциклом без водительского удостоверения. В результате аварии он получил множественные ушибы и сотрясение головного мозга, но ездить аккуратнее не стал. За нарушение ПДД его часто останавливали сотрудники ГИБДД, а его мотоцикл неоднократно попадал на штрафстоянку. Согласно отчету научного центра безопасности дорожного движения, в первом полугодии 2021 года зафиксировано снижение количества ДТП и числа раненых с участием мототранспорта на 6%. Но при этом число погибших в таких ДТП выросло также на 6%. В Нижегородской области с начала года в ДТП погибли более 10 мотоциклистов.